Всем привет! Бывая в продуктовом магазине, вы наверняка обращали внимание на полки с куриными яйцами. Почему такой большой выбор? Почему такие разные цены? В чем разница? Что за маркировка нанесена на куриные яйца? Что означают все эти буквы и цифры? Сейчас я помогу вам разобраться в этом вопросе. По действующим российским стандартам, маркировка должна быть на каждом яйце, произведенном на птицефабрике. Первый знак маркировки означает допустимый срок хранения. Буква «Д» обозначает диетическое яйцо. Такие яйца реализуются в течение 7 дней. Буква «С» обозначает столовое яйцо, которое реализуется в течение 25 дней. Второй знак маркировки означает категорию яйца в зависимости от его веса. Какие бывают категории и, соответственно, какой вес яйца, вы видите на экране. Дата производства указывается либо на самих куриных яйцах, либо на упаковке. Надеюсь, моя информация помогла вам разобраться, какие яйца бывают и как сделать правильный выбор. Спасибо за просмотр!